Здорово, ребята, рад видеть вас все на канале, и протестили мы с вами Барта, показал я на нем 300b, потом на стриме следующем мы сразу сделали 1.6t, и получилась страшная тема. Пожалуйста, не вините, фикси меня, потому что помимо меня там еще 15-20 блогеров все это дело фиксили, кто-то сделал 2t, кто-то сделал 3t, поэтому пофиксят из-за них, поэтому моя душа чиста, но он будет невероятно сильным. Против душни он справляется нормально, маны у него достаточно. Поэтому это будет максимально комфортная пешка, которую я сразу же захреначу, и на стримах мы с вами будем ей играть. Сегодня речь пойдет про нового героя, расскажу особенности, покажу геймплей и покажу, что этот герой может делать с пешками, которых в колоде много. Танца на тестовом сервере с 4000 крита 200b, культ, хоть ему и плохо, там больше 60 стоит. ДХ я максимум, что делал, это 200b, и сейчас на примере ДХ я вам покажу, насколько это все дело профитное. Перед началом желаю всем приятного просмотра. Кто кушает, приятного аппетита. Маленькая пауза, и будем начинать. До сих пор донатишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу тебе, как донатить максимально выгодно. Существует сайт Market My Games Shop 125. Это официальный сайт разработчиков, где ты можешь с выгодой в 10% купить себе что-то на аккаунт и тем самым сэкономить. Поехали, что здесь имеется? Здесь имеется абсолютно все, что нужно. Здесь есть пропуски, пропуск таверны, обычный пропуск, платина и кристаллы. Платина — это такая же валюта, как и кристаллы, просто созданная для удобства. Есть паки по кристаллам, и, как видите, здесь разница в 10% за ту же сумму, чем в игре. Поэтому этот сайт немного выгоднее. Давайте что-нибудь купим, я объясню, как вам купить так, чтобы у вас пришло на аккаунт. Вот, 4500 рублей, у нас 2500 кристаллов плюс 250. Создаю аккаунт, у меня это на iOS. Ввожу свой ID 239-880-33. Принимаю все галочки. Продолжить. Нажимаем. Ввести кодовое слово. Мое кодовое слово «Але». Если хотите поддержать, то можете обязательно вводить. Тогда ваше сообщение высветится на стриме. Будет видно, что вы купили. Можете написать какие-нибудь слова поддержки. Например, вот типа что-то такого. Можете написать, и оно обязательно покажется. Дальше. Континуя. Континуя. Продолжаем. Вылетают способы оплаты. Вот здесь можно выбрать абсолютно любой способ оплаты. Здесь есть СБП, прочее, Сбер, Юмани какой-то. Ну, я до сих пор не понимаю, что это за Юмани. Я, допустим, оплачиваю карту, у меня все без проблем. Выбираете, вводите карту, там то все, и все. Нажимаете оплатить, после чего оно приходит вам на аккаунт, проверяете и, в принципе, наслаждаетесь. Если поддержать хотите, пожалуйста, покупайте и будьте победителем. Запускаемся с вами в игру. Помогать нам будет сегодня Дима. Дима будет играть на барде. В принципе, кто не рассмотрел особенности этой пешки в прошлый раз, могут посмотреть, в принципе, то, что он будет делать сейчас. У нас же задача расставить ДХ, раскачать ведьм, раскачать точку роста, найти пробужденный и за счет вот этого героя наобузить себе кучу всего импактного. Кстати, вылетает сразу же пробужденный, это очень хорошо, это просто, ну, невероятно хорошо. Если бы мы еще нашли сразу ДХ в нужной точке, было бы вдвойне хорошо, наверное. Так, ну вот первый ДХ есть. По восстановке этот герой великолепно работает с теми пешками, которых много на столе. То есть минимум 7 штук. Когда у вас 7 штук, он прям раскрывается за счет рикошетов, отскоков, настакивает урон, он увеличивает крит урон, увеличивает шанс крит урона, точнее просто шанс критической атаки. И в совокупности все это смотрится очень хорошо. Также при попадании в пустые клетки он дает ману, поэтому ману у вас всегда будет в достатке. И если так подумать, этот герой дает все, что необходимо для комфортной игры. Но опять же, он легендарный, он не для всех, и не для всех пешек он подойдет. К тому же барду лучше Зевс, Сойка, Гайка. Но если брать именно танцу, это 200b мы делали, ДХ 200b... Те пешки, которые не играли в прошлых метах, в этой мете, благодаря этому герою, они будут играть и, самое главное, составлять конкуренцию. Задушить этого героя будет тяжелее за счет количества маны. С героическим предметом он дает щит от понижения рангов, то есть если у вас будет лететь какая-нибудь хренотень, типа огнерыка, у вас просто собьется щит. А щит, ну, очень часто на всех пешках появляется. Чем выше у вас героический предмет, тем шанс еще выше. Поэтому, не знаю, мне этот герой максимально понравился. С культом будет играть намного легче, но по культу есть вопросы. Если хотите культиста с этим героем, я могу записать для вас видео. 1000 лайков, братва, и я оформляю. Оформляю просто бомбезное видео на культе, где с этим героем я... Ставлю триллион нахрен. Ну ладно, триллион там не получится, если честно. Ну, как ни крути. Но 200b, я думаю, при хорошем раскладе можно будет выжить. Поэтому 1000 лайков я записываю культиста. А пока что мы пытаемся победить барда.
200 б я стоял без просадки, с копьем, по талантам. Вот такие вот таланты. Только такие таланты. В темного ДХ надежды нету. В темного ДХ я не верю абсолютно. Только светлый. Тот буст, который дает светлый, сложно с чем-то сравнивать. И, скорее всего, его просто ничем будет не перебить. Одну ведьму я пока что уберу, чтобы было больше места на столе и чтобы мы могли качественнее растакивать стол. Все, полетел. За каждый такой стак накапливается урон. При 4 попаданиях увеличивается крит урон. И в совокупности мы будем получать 5% крита, плюс если там полетят сверхзаряды, имба. В начале игры вы постоянно нажимаете его просто по откату, чтобы фармить ману, фармить стаки. На поздних волнах, когда имеются уже проблемы с уроном, надо нажимать перед боссами, потому что перед боссами весь ваш стол, вся ваша фартовая пешка, которая ДД, вы должны ставить первую в колоду, чтобы она была там везучей и работала. Они будут получать огромный урон. Так, по ведьмам уже 7 штук, это хорошо. Это же хорошо. По мане, в принципе, проблем нет, как видите. Я еще стараюсь ждать, чтобы на каждого ДХ прилетел стак, чтобы эти стаки я перекидывал. Из минусов не качаются ДХ на точках роста. То есть стаки они пока не получают. Это грустно. Ну ничего, можно подкопить ману. На первых волнах, как вы знаете, мало мини-боссов. За счет этого и стаков получится немного сделать. Но чем дальше, тем больше. Поэтому пока что я просто начну растакивать стол. Пошли мини-боссы. Дима очень активно копит стаки. Это, кстати, если что, идеальная самая колода под барда. Со статуей она как бы тоже хороша, но вот это просто развал кабинетов. Кто бы мог подумать, что бард лучше всего будет играть с мечом. Немного я подруинился, нашел не то, что надо. Второй меч мы скипаем, бам, бам. И начинаем все это дело раскопировать. Это я не успел. Это чисто физически было невозможно. Но уже 10 ведьм, это хорошо. По рангам 40 мы сделаем. Точку роста мы раскачаем. Главное просто, чтобы на боссах нам более-менее везло. Два контрзака у меня есть. Поэтому я верю в то, что они будут нас чистить. Так. Так. Ништяк. Ну и все, у Димы очень хорошо уже. То есть, насколько быстро он все это накапливает... Без каких-то потерь, просадок. То есть там просто ничего не надо делать. Вы просто за счет маны накапливаете свой урон. И это очень приятная механика. Это механика действительно топовой пешки, которой сейчас, по сути, бард и является. Так, 21 ранг. По точке роста там, наверное, уже половина есть. Я не обратил внимания. Убираем. Подкачалась ведьма. Маленький анлак. 42. Это уже больше, чем плейн. Это очень хорошо. Так, мана закончилась, кстати. Так, плюс 803, просто за попадание в пустую клетку. По урону, конечно, мы не перебьем, но за счет того, что у нас будет больше ДХ, может быть, конкуренция какая-то и составится. Бам, рикошет, и не повезло. Рикошетить может только от, получается, фартовой пешки, которая у вас первая в колоде, а у меня это ДХ, и только от него может рикошетить. Так. Контрзак работает, отлично. Потому что щита там не было. 38 зарядиков уже. Каждый зарядик дает урон, как я и говорил, ребят. По ведьмам 15 штук. Чуть больше сейчас сделаем. Перед боссом апаемся. И, ну, пока очень маленькие боссы. Пока что у нас просто не может возникнуть с ними проблем. Но поверьте, на больших этапах урона будет очень много. Я надеюсь, мы доживем. Я надеюсь, я ничем не подруинюсь. Главное доделать ведьм. После чего ранги, я надеюсь, что сами собой доделаются. С двумя контрзаками я не должен почувствовать просадки. Опять же, надежда еще огромная на утильщика. Что он будет делать то, что он должен делать. Так, хорошо. Ведьма первая есть, отлично. Так, ну вот здесь щита нету. К сожалению, этот ранг мы потеряем. Контрзак вылететь не успеет никак. 19 ведьм, хорошо.
У Димы 4, то есть пока что он просто копит стаки. Он сделал 300, он сможет поставить максимум гармонистов. И вот сейчас он начнет более-менее раскачивать стол. Пока что ему это просто не надо. Мы это убиваем. Полетела хренотень, полетела мана. Оно до сих пор рикошетит. И потеряли мы ведьму. Первую. То есть копировать первую ведьму мы больше не можем. Здесь 75. Здесь ни хрена. Так быть не должно. Утильщик, пожалуйста, чуть активнее. Чуть активнее качай. Маны очень много. Я просто хочу максимально экономно ее реализовать. Мини-боссы. Первый пошел. Есть. Второй пошел. Есть. Кстати, вот щит сработал. Это тоже есть. Ну что, может по ведьме что-то получится? Игра. Вирус я скипаю. Вирус это очень страшно для этой колоды. Поэтому вирус я всегда буду скипать. Ведьма? Нет. Вот эта ведьма есть, хорошо. Бам. Бам. Наконец-то подкачался в центре тип. Утиль пока не особо качает, но не сказать, что я ем много пешек. Главное это стаки, потому что ранги все равно сделаются. Чем больше стаков мы сможем сделать в начале, тем, я думаю, будет лучше. 21 ведьма. Амулет уже, кстати, готов. Амулет готов. Подождем, пока накопится глаза. Сделаем везде 10 глаз, после чего проскипаем пробужденный меч. И места на столе должно быть еще больше. К тому времени у нас будет много маны, и мы просто быстренько сделаем себе 40 стаков. Так, сейвим утиля. Не знаю зачем, просто так нужно. На всякий случай. Есть. Не дает, не дает. Просто не дает нам ведьм. Как сидел на 21, так и сижу. По фортуне все порядочно. 2.4 уже крит. На. Наконец-то. Так, вот это понизится. Здесь без щита и без контрзака. Блин, 133 стака, он все стаки забирает. Как же плохо в этой игре качает утильщик. Так, утиль у меня будет активный, двойники появятся, да, и проблем по урону не будет. Это я просто уберу. 20, хорошо. Так, ну и за счет того, что Дима на боссах копит стаки, а уже, кстати, 605 стаков, то у нас успевает откатываться утильщик, и мы больше делаем, чем могли бы сделать с другим любым соперником. Волна 3.2. Многовато уже. Надо как-то подкачиваться. Так, ну ведьмы хорошо летят. Это просто абуз, смотрите, ребята. Это просто абуз. Мне остается ластовая ведьма, после чего я начинаю просто выкачивать свой стол. Дальше я просто ем пешки. И тем самым накачиваю стол. 32 ранга уже. По глазам десяточка только на центральном и на этом. Немного, но пока что этого будет достаточно. То есть бедлама мы убиваем. Кукловода тоже, буквально с нескольких тычек. Фортуна. Так, мана, конечно, улетает здраво. Надо копировать орликинов по возможности. Качай, качай того, кто в точке роста. Так, здесь тоже Т7 в центре, хорошо. Я бы покопировал мечи между собой, если бы они находились. Либо же ДХ ради рангов. ...35. Урон есть. Хорошо. Темного тоже чикаем. Так, два темных, но у меня есть два контрзака, которые все это дело вычищают. Единственное, что у нас не вычистится вирус. Будем пробовать проскипывать его утилями. Так, этого мы утилем проскипаем. Может, на волне вылетит контрзак какой-нибудь.
и сможет нас полечить. Так, прожимаем. Пробужденный понижает. Это два синих меча дополнительных. Ну и смотрите, вирус создает проблемы. Надо пожить. Как можно дольше. 40 стаков, хорошо. Дефаем. Двойники точно задефают. Отлично. Еще пробужденный. И еще больше глаз. 40 рангов у нас есть. Сейчас просто надо жить и копить стаки. Чтобы мы успели настакать стаки абсолютно на всех своих типках. Так, пробужденный подкачался, нормально. В точке роста Т7 он начал копить стаки, это очень хорошо. Фортуну надо прожимать перед боссами уже. Желательно. Активируем. И пошел урон. Пошел очень хороший урон. Это улетает. Арлика я ставлю подкопировать на волну. 98 фортун. Жмем дальше. Соточка. Мини-боссы. Есть пробитие. Контрзак. Абсолютно чистого полечил. Вот сейчас я не понял этого прикола. Утилей мы отдаем. Меньше нужно будет понижать. И перед боссом фортуну, чтобы забафать урон. Легко. Мы убиваем даже быстрее, чем бард в моменте. Ну ладно, третьего босса он как бы чикнул быстрее. Но заявочки на то, чтобы убивать быстрее, действительно хорошие. Если утильщик нам прокачает еще больше рангов... Здесь я успею нажать, боссы лайтовые. Поэтому я просто прожимаю на волне. Качается ведьма. Сильно. Глаза еще не на всех, поэтому меч мы пока убрать не можем. Откатилась фортуна, как будто она очень быстро откатывается. Боссы просто без шансов. 7 глаз, еще есть куда расти. Контрзак полечить не захотел. И сразу ушло в ведьму. Сразу ушло в ведьму. Дима, убивай! Нельзя, убивай, братуха! Надо полечиться как-то. Вот идет вроде нормальный мини-босс. Вопрос, полетят ли контрзаки? Потому что там еще идет и вот эта вот братуха. Надо по-любому активироваться. Контрзаки, пожалуйста. Там, кстати, еще один вирус. Это очень опасно. Но вроде даже так мы это дефаем. Даже под вирусом. Хорош. Может, хоть этого я вируса скипну. Если не вирус, нас никто не законтрит, ребят. Габелла. Ну не работает, не работает, контрзак, не работает. Так, немножко отсрочили мы. Пошел контрзак. Это мы проскипаем, может еще один контрзак. Так, ну иди мне надо дефать. Обязательно. Нам тоже это надо дефать. По идее, после пудинга мы вычистим абсолютно все. У нас все будет чистое после пудинга. Это убиваем. Попадает в центрального, не страшно. И пудинг должен полечить абсолютно все. Я надеюсь. Все, самое важное он полечил. Имба. Надо копировать арликов. Так, на эту волну я сделал. Мобы 36 миллионов уже. 47 рангов. По рангам тоже порядок. Копирую ДХ. Босса не страшные, можно отдать на волне смело.
Так, утиль хорошо, он еще раз понизится. Спокойно дефаем. Тут я не успел. Проверка урона. Полтора Б просто в секунду уничтожается. Колдун туда же. Так, ну и как будто можно попробовать найти еще одного утиля и убрать третий меч. Потому что... Нет, мы его не уберем. Заметьте, он четвертый. Пока что точно не уберем. Попозже получится, но пока нет. Контрзаклятие. Контрзаклятие. У меня лечит мужчина. Пожалуйста. Спасите его. Спасибо. Так, начинаю я нажимать. Активируюсь. И, по идее, трибуналу должна быть Габелла. Да, он даже не успевает нас пробить. Трибунал на 1,8 Б. Главное вовремя подкидывать все это дело. Ляп. Все ДХ почти максимальные. Одного не хватает. Не хватает одного ранга до максимума. В остальном у нас полный порядок. Урона просто неадекватно огромное количество. Блин, центрального понижает. В то время как они стали все максимальными, они начинают копить ранги друг между другом, и это очень хорошо. Так, съел я не того. Я подумал, что на него именно стак прилетел, но стак прилетел не на него. По мане, ребята, посмотрите, что по мане творится. По мане вообще имба. Домой, укротитель! Вирус. Контрзак не вылетает. Габелла! Габелла! Пытаемся дожить до следующих боссов. Но как будто бы этот вирус нас приговорит. Едкие отходы прокину по максимуму. Ну и да, да, к сожалению, если бы не вирус... Если бы не вирус... В очень неудачный момент он вышел, но 85 миллионов мобы шли, ни намека, ребята, на просадку. Герой дает очень много чего, но единственное, что он не дает, это очищение. Можно попробовать играть без темного договора, урона будет немного меньше, взять плащ теней, тогда к боссам мы будем неуязвимы, нас никто никогда в жизни не пробьет, меч у нас будет оставаться на постоянку. И утили понижаться не будут. Будет хорошо, но чуть хуже по урону. Но, как видите, по урону просадки абсолютно никакой не было. Единственный минус это, конечно, вирусы. Каждый вирус очковый, и в этот раз, к сожалению, не получилось почиститься. Герой по урону имба 100b. Ну, понимаете, это было бы 200 и 300. Просто немножко не зло с вирусом. В остальном, очень много урона, шанса крита, защита от понижения рангов. Если бы они добавили защиту, в принципе, от любой негативки, это было бы, конечно, правильнее, но даже так неплохо. Единственное, что надо играть пешками, у которых есть течение типа джина, там культа и прочее. На ДХ щит, скорее всего, будет верным решением. На этом у меня все, друзья. По поводу героя я высказался, мне понравился. Посмотрим, где он окажется и сколько будет его стоить сделать. Всех обнял, всем удачи и увидимся в следующих видео. Пока. Could be a Romeo, tell them boys back up, I ain't going nowhere. I'ma fight that back up, put it on your story, so all your friends see it, everyone can see it, yeah, and we